Туризм по-саратовски. Эксперты туристического рынка подвели итоги летнего сезона в регионе. Заседание прошло в пресс-центре издания «Комсомольская правда» в Саратове. По данным туристского информационного центра, самыми популярными программами в городе стали поездки в Лимонарий, на место приземления Гагарина, а также обзорная экскурсия по Саратову. В области наибольший интерес у туристов вызывает Хвалынский и Новобуразский районы. Во многом этому способствовали различные мероприятия, такие как фестивали клубники и ухи. В целом, в текущем году участники заседания отметили повышение интереса к Саратову гостей из других регионов России. В этом году прогнозом ожидаем порядка 617 тысяч человек, посетивших нашу область. В навигацию 2016 года причалила речной вокзал город Саратов 274 теплохода. Это порядка 50-60 тысяч экскурсантов, которые посетили и ознакомились с нашими экскурсионными программами города Саратов областного центра. В настоящий момент разрабатываются новые комплексные туристические маршруты, например, Самара, Пенза, Саратов, а также трехдневные туры по Саратовской области. Специалисты туристической сферы отметили, что уже сейчас готовы пакеты предложений для празднования Нового года и Рождества. Однако рекомендовали поторопиться с выбором, так как свободных мест на наиболее популярные направления уже почти не осталось. Это в первую очередь касается горнолыжных баз и комплексов отдыха.